Всем привет, с вами Александр Семенов, компания Calls of House. Сегодня мы буквально немножко поговорим о новости про льготную ипотеку, о которой недавно объявил наш президент на Питерском экономическом форуме. После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%. До этого льготная ипотека составляла 9%, но со снижением ставки условия остались прежними. Кредит нужно взять до конца этого года, и он будет максимум 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и по 6 миллионов для остальных регионов. Я вам коротенько покажу, как на ресурсе DomClick убедиться в этой информации и при необходимости оставить там уже предварительную заявку на одобрение. Вы можете это сделать самостоятельно, создав там свой кабинет, либо это сделать через нас, так как мы уже прошли аккредитацию в DomClick. Для этого нам нужен ваш номер телефона и ваше имя. Мы создаем, собственно, запрос, к вам приходит смс со ссылочкой на личный кабинет, и дальше вы уже сами подбираете оптимальный для вас вариант. Сейчас я вам покажу, как это делается на практике. Вы, точнее, сможете увидеть возможные сейчас ставки на таком ресурсе, как DomClick. Хотя многие другие банки сейчас тоже на перегонки стали предлагать разные программы. Там кто-то 6,7, кто-то 7,2, насколько я знаю, Альфа, ВТБ. В общем, у кого есть зарплатные карты в таких банках или каких-то других, кто тоже предлагает подобную льготную ипотеку, тоже есть смысл обратиться непосредственно туда. По определению у вас выше вероятность будет получения ипотечного кредита. Но в DomClick мы уже прошли аккредитацию, и вероятность построить дом с нами, получив ипотеку на DomClick, конечно, гораздо выше. А сейчас приступим к изучению возможных вариантов на DomClick. Переходим с вами на DomClick и открываем раздел «Ипотека». Нас интересует раздел «Господдержка». Основные условия: первоначальный взнос от 15%, срок до 30 лет, минимальная сумма кредита 300 тысяч и максимальная сумма кредита как бы 30 миллионов. Но на самом деле по программе строительства собственного дома эта сумма лимитирована 12 миллионами рублей. В условиях выбираем обязательно построить дом, и как мы видим, при этой программе у нас уже ставка становится 6,3, что не намного больше по сравнению с семейной ипотекой, которая начинается там в районе 5%, в зависимости от условий она немножко может чуть больше, чуть меньше становиться. Как мы видим, недвижимость в пределах 12 миллионов, первоначальный взнос и срок. Соответственно, вы сами уже для себя выбираете нужные параметры и подаете заявку или смотрите в калькуляторе возможный график платежей. Всем пока, желаю вам успехов и встретимся на строительстве вашего дома.